приветствую в своем уютном логове. Я Скагокалипсис. И сегодня я пришел сюда, чтобы потрогать одну новенькую... А как бы ее назвать? Survival-стратегию, наверное? Это такой немножечко обособленный жанр. Игр, в которых ты строишь крепости, защищаешься от целых толп монстров. Называется игра Diplomacy is not an option. Слежу я за ней уже, наверное, где-то последние полгода. Мне попадаются видосики от разработчиков. И вот она недавно вышла. Я, естественно, день релиза, как обычно, проморгал. Ну, потому что это я. Но вот сегодня у меня появилось хоть немножечко, я выкроил себе времени, чтобы попробовать в нее поиграть. И как раз вчера я ее буквально купил. Что странно, игра с самого релиза продается по скидке 35%. Но вроде бы у нее куча положительных отзывов, что может говорить о том, что, ну, в общем-то, с количеством игроков у нее проблем никаких нет. И, видимо, разрабы могут себе позволить на релизе ее продать со скидкой. Ну что ж, понеслась, попробуем, узнаем, что это, узнаем, как это. Я не знаю, есть ли в этой игре кампания или сразу будут миссии. Сейчас посмотрим. Меня зовут... Так, собраться, включить мозг, назваться по имени своего канала, Без всяких, абсолютно ерничаний. Все, нет, стоп. Хватит, это уже не смешно. А, действительно, есть компания, испытания, песочница, бесконечная игра и обучение. Ну, я думаю, что так как я тупой, ну, по мнению некоторых, надо сначала пройти обучение в игре, понять, как это вообще делается. Я предполагаю, игра крайне будет похожа на какой-нибудь The Abilions. А в нее я играл, но играл чрезвычайно давно. Я не знаю даже сколько лет назад. Поэтому было бы неплохо и не мешало бы вспомнить, что это и к чему это. Нет такого знания, которое не обладало бы силой. Ну, я не знаю, какая сила в том, что я знаю, что и вомбаты испражняются кубиками. Ну, то есть... Я не знаю, какие преимущества дает мне эта информация, но допустим. Выполните все задания, чтобы завершить обучение. 22 штуки... Ух, аж в глазах потемнело. Ты что? Так, перемещение камеры. ВСД или стрелочки? Супер. А почему... Скажи мне, пожалуйста, а что у тебя с кадрами? Что, почему? Мне кажется, или... Мне кажется, или у игры с такой графикой не должно лагать? А превращение не лагает? Я, может, слишком быстро двигаю этой мышью? Ну, в смысле, не мышью, а камерой. Ладно, разберемся. Вроде нормально. О, Керсер, здравствуй. Добро пожаловать, да. Я наконец-таки добрался до тех игр новых, которые я хотел попробовать. Скажи мне, насколько у нее все нормально с кадрами? Потому что у меня как будто бы кажется, что у нее с кадрами все как-то странно и не очень. Я, может, с ультров даже настройки снижу. Я не знаю, почему она себя так ведет. То есть... Вот когда я вращаю, все у меня хорошо. И тут рыбы плавают. Бульк. Выделил ратушу. Так, тут уменьшить радиус действия, увеличить радиус действия. А зачем? Так, стоп. Что вообще можно делать в ратуше? Приостановить работу, убрать работника... Ограничить хранение чего бы то ни было, как это ужасно читается с этим шрифтом, если честно. Ты можешь заметить. Игра к какому жанру себя относит? Ну, это стратегия. Я ее, в принципе, могу отнести к survival-стратегиям. Ну, то есть это типа... Ты строишь крепость, на тебя набегают волны монстров. Это что-то между рогаликом и Tower Defense. И стратегией. То есть такая, типа, выживалка и стратегия одновременно. Хорошо. Войска выделил. Кто напал?
А, какие-то колхозники. Смотри, хейтеры пришли. Ну-ка, палкой вас. Железный, заостренный. Так, альт, чтоб на экране. Ага. А как сделать, чтобы они постоянно отображались? Чтоб жители-воины не голодали, нужно добывать еду. Потребление еды 20 в день. Ну, кстати, ночь наступила. Вечер. Дом собирателя ягод. Это у нас меню строительства. Еда. Хижина рыбаков, дом собирателя ягод. А как понять? Как понять, собственно, в каком радиусе он работает? А, нужно прям на ягодку его класть. А, нет, стоп. Вот какой-то радиус еще большой есть. Подожди. Его нужно на ягодку ставить или рядом? Давай попробую поставить рядом. Есть подозрение, что на ягодку его ставить не надо. У него он как будто есть радиус действия. Сейчас выясним. Хижина рыбаков. Хорошо. Рыба – исчерпаемый и невосстанавливаемый ресурс. Какой кошмар. Как только не останется косяков... Ага, рыбаки бросают курить, понятно. Ожидаемо. Что-то я не ожидал, что рыбу потом нельзя... Нельзя восстанавливать. Ну тут работник назначен. А где он? А вон он аж где. Это ты нормально так забрался. Или забралась. Так, лесопилка. Так понимаю, лесопилку тоже можно строить где угодно. У нее довольно широкий радиус. То есть вот в отличие от той же The Abilions, тут нет таких проблем с радиусом, что нужно прям вплотную втыкать. Ну, с другой стороны, это и хорошо, наверное. Так, я могу сносить... А, давай проверим, я могу сносить деревья своей задницей? Могу. При этом деревья мне никто не восполняет. Так что, наверное, так лучше не делать. Вообще, насколько знаю, тут деревья — это вообще-то не особо препятствие для врагов. Опять же, в отличие от той же зомба-выживалки. Некоторых умений установить район добычи ресурса. О! Это мы знаем, это мы умеем. А как? Выбрать место для работы. Ну вот, я поставил флаг. Не менее чем на 3 клетки. А, то есть можно сузить себе радиус. О, видишь, чтобы они добывали в каком-то определенном диапазоне. Похоже, кто-то умер. Кто? Где? В смысле, за что? Тела ваших воинов и жителей будут распространять болезни. Кто-то должен куда-то закопать мертвых. Угу. Развитие города. Нужны могильщики и нужно кладбище. С кладбища еще ж, наверное, кто-нибудь лезть будет периодически, да? Давай могильщиков прям под стенами воткнем. Ну а чё они? Я кладбище сейчас куда-нибудь сюда на отшиб поставлю. Или сюда на отшиб. Давай сюда на отшиб поставлю. Пусть ягодки удобряет. Правильно, правильно. Ну все, в морг отнесла. Стоит, отмаливает. Вот сейчас и кладбище пришло. Так, а что у меня? Новые жители, жилые дома, ну это понятное дело. Жилые дома у нас в разделе населения, что логично. Давай где-нибудь тут тоже поставлю. А я пока не знаю... По-моему, логистика тут вообще никакой роли не играет. Они ходят сквозь дома, сквозь строительные участки.
в целом тут я не вижу каких-то дорог, чтобы это требовалось. Наверное, изи. Так, чем больше домов строители, тем быстрее завершится возведение зданий. Дом строителя есть при ратуше. Понятно. А нужен отдельный, да? А, чтобы их больше было. Ну, давай сюда тоже приткну. Так у нас, чтобы по красоте было. С одной стороны строим, с другой и закапываем. Кладбище. Ну, не похоже, чтобы оно заполнялось. Избегайте плотной застройки между зданием, чтобы у работников был к ним доступ. А-а-а, все-таки нужна логистика, ты гляди. Запомним. Наверное. Включите авторемонт. Нечего починить. Так, как... Авторемонт X. Включил. А, вот, все, он теперь есть. А, он здесь включается. Все. Мне не нужно нажимать на здание. Исследования позволяют улучшить экономическую и военную сферу жизни. Понятно. И нужно начать исследование. Окно исследований. Вот. Ого! Вот это древеса. Так, ратуша 1 изучена. Мореное дерево. Прочность деревянных построек. Деревянная стена, деревянная башня. Вот это скорость стройки и ремонта. Скорость передвижения. То есть тут скорость передвижения кого? Членов. Гильдии строителей, членов. Исследования. Ничего не исследуется, ну это понятно. А... А не хочет он почему-то казармы? А, это построить нужно здание. Все. То есть я строю здание, открывается определенный пул исследований. Что случилось? Что с тобой? Как посмотреть, что с ним? А, это болезнь. Токсично. Палатка первой помощи. Сейчас мне дерево тут добудут. Кто и дерево дел? Или его изначально не хватало? Сейчас принесут. Она таскает прям под стены, да? Да, все, супер. Давай. Понимаю, здесь, да, повышается скорость. Все как надо, все как у людей. Так сказать, передача в мире людей. Противник будет атаковать вас волнами. Кроме того, окружают вражеские лагеря поселения. Чтобы одержать победу, обычно нужно отразить несколько атак противника. И на миникарте можно увидеть, откуда пойдет ближайшая волна. Ну, тут все по классике. Это прям вот как, да. Как в классической survival стратегии. Понадобится наращивать военную мощь. Постройте казарму, наймите в ней лучников. Это мы запросто. Так, это укрепление, это армия. Паршивый монумент. А можно я хороший построю, пожалуйста? Так, нужно построить казарму, нанять лучников. Я предполагаю, давай мы поставим вторую лесопилку, потому что что-то ее как будто бы не хватает. Не хватает древесины. Где тут она? Давай еще одну здесь выставлю. И там сейчас это, у меня чудище буянит лесное. Сейчас устраню.
Research complete. А, research, говорит, complete. Кстати, дерево все еще не накопилось, я даже на паузу игру не ставил. Но я, наверное, после обучения уже буду периодически, так сказать, пробрасывать промотку времени. Сейчас я пока этого не делаю. Что там по исследованиям еще? Вон, работяг ускорить можно. Нужно, наверное. Я бы даже сказал. Так, стрим работает, а просто на нем никого нет. Ну что ж. Что-то меня в последнее время чрезвычайно фрустрирует происходящее с каналами. И с Ютубом, и с Твичом. И самое стрёмное, что я пока даже не начал еще искать способы справиться с этой фрустрацией, но вроде бы... Думаю, что найду. Типа тут приближается просто годовщина канала первая, ютубовского. И в связи с этим как будто сами напрашиваются результаты, которые произошли за год. А результаты за год произошли, ну, вообще не впечатляющие. Это чё? Жрадла не хватает, говорит. По-моему, жрадла не хватает. 39 в день. А, нет, наоборот. Жрадла слишком профицит. Избыток. Некому есть. Представляешь, какая проблема? У нас средневековье... Но у нас не нечего есть, у нас некому есть. Смотри, я сейчас ртов принесу. Карась. Чё? Какой карась, казарма? Всё. Давай сразу назначу сюда. На отражение ближайшей волны. Ну чё, пацаны? Подавим этих колхозников. И оборонительное сооружение надо поставить. Деревянные башни, ворота, 10 стен. Сейчас сделаем. Ну, как сейчас сделаем? Через какое-то время сделаем. Надо еще одну лесопилку, похоже, ставить. Давай куда-нибудь сюда. Да нет, как будто это не оптимально. Вот давай сюда, средь кустов. Нет, давай сюда, средь кладбища. Будем выпиливать мертвецов. Казарм для карасей это бочка? Ну, наверное, да. Загон такой это. Подготовительная база карася. Не знаю, я просто за прошлую неделю подозрительно много карасей съел, я поэтому это... У меня, видимо... гастрономическая деформация на карасях случилась. Я вообще выяснил, что в наших краях карась это безумно дешевая рыба, при этом она весьма-то вообще-то вкусная. Давай я поставлю две башенки здесь, промеж ними я поставлю что-то похожее на стену. Типа вот такое. Даже вот такое. А чё? А не пристраивается? О, пристраивается, нормально. А почему не пристраивается? А, видимо, древесины опять не хватает. Не, хватает всё. А ворота поставлю где-нибудь здесь, на отшибе. Подожди, ротация. А, QE поворот. Ну ладно, QE тоже нормальный тип поворота. Не буду бухтеть слишком сильно. Давай я кусок стены здесь поставлю. Что там кто-то... А, это олени. Ха, они бы бегают.
причем на прямых ногах. Это у них, видимо, какая-то тренировка оленья. Спортивная пробежка за самкой. Все, я думаю, мне этого хватит. А, или деревянные ворота, да? Или деревянные ворота, я читать не умею. Ладно, вы, насколько я предполагаю... Да, на стенах, башнях или воротах. Так, вы отойдите. Можете использовать магию. Хорошо. Там какой-то стрёмный монумент есть, я знаю. Я уже видел. Это не укрепление, это оборона. Паршивый, паршивый монумент. А, если монумента нет, еще заклинание призыва есть. Призыв это не заклинание, если что. Это вполне обычная вещь. А кого он призывает? Ну, нормально, такие темные рыцари. Да, опять же, здесь лес не является препятствием, нужно об этом не забывать, так что сейчас враг попрет, скорее всего, через него. А небо? А небо, это что? А небенок? Разбегайтесь, тут это, злые идут. Да, ворота закрываются вручную. Важный нюанс. Ну-ка, идите, втащите им. Вы тоже идите, втащите им. А, в обход, да. Действительно. Не, ну с рыцарями-то мы сейчас это, раскатаем. И идите дальше этих своих. Курей топчите, насеновали. Колхозники. Кстати, лагерь был. Победа. Я прошел обучение с первого раза. Это большое достижение, между прочим. Так, ну теперь, наверное, пойдем в компанию. Хочется узнать, что тут к чему. Как тут... Как король-то докатился до жизни такой, до восстаний крестьянских. Хотя в целом там, типа, я видел тизеры игры, там видов противников такое количество, что с ума сойти можно. Матерь Божья. Откуда тут столько всего? Ну, я так понимаю, тут... Изелдейл... Тут много всего, тут много интересного. Но я так понимаю, начинаю я только с одной из самой первой миссии. Ну, пойдем. А с добрым утром, милорд. Ваш дед Дункан Железный Лоб получил феод и дворянский титул от королевы Сибиллы Беззаботной за то, что в битве за независимость Самрейнии порубил в капусту 15 инверлендских рыцарей, а одному откусил ухо. Приятного ему аппетита, надо полагать. Феод при деде был так себе, а за время правления вашего отца в запустение пришло вообще все, в особенности винный погреб. Как он посмел? Когда, охотясь на оленя, отец упал с коня и сломал себе шею, править стали вы. В молодости вы грезили о подвигах, но за 16 лет сидения в глуши запал поутих, и вы примирились с судьбой. В конце концов, в отличие от многих, у вас хотя бы славная родословная и собственный замок. Ну, действительно. Так. Сложность тут ничего не объясняет. Макс, сложность тут без выбора. Слушай, я думаю, что надо брать вот эту сложность. Вот эти две как будто находятся поодаль от других. И это типа совсем жестко. Так как я играю в нее в первый раз, и так как я в игры подобного жанра играл довольно редко, наверное, пока оставлю хардкор. Но если будет слишком изи, поднимем. Я думаю, можно менять сложность в процессе кампании. Так, не оставляйте город без защиты, это мы умеем. Ну, наоборот. О, это я, да. Только у меня мешков денег нет, но это я, да. Сижу, что-то там вилкой хрючево ковыряю. С ума схожу от скуки. А? Почему мне катсцены лагают в этой игре? Кто-нибудь объяснит? Милорд, ваша супруга.
Да, у меня лагают катсцены по какой-то причине. Хочет что-то шелковое, да? С золотыми рюшечками. А почему катсцены так лагают? Я не... Это очередные чудеса оптимизации игровой, да? 48. Гусей считает. Да у меня опять же из-за лагов катсцен все очень плохо выглядит. Я не понимаю, как можно запороть катсцены. Милорд. Оруженосец. Упал в крепостной ров. Нужен новый оруженосец, логично. Что-то с деньгами как-то все не очень. Милорд, ваша дочь? Просто с ноги деньги. Благодарю, милорд. Вечером их больше. Давай идите. Милорд? Прибыл сборщик податей. Вовремя. И я не понял, что он сказал, потому что у меня лагает катсцена. Ужас. Где подать? Сборщик вернулся без денег. А, это он подает, это мы же собираем. Еле унес ноги. В смысле? Мне не заплатили. Говорит, чернь взбунтовалась и платить не будет. Толпа восставших идет назад. Великолепно. Просто превосходно. Хорошее начало дня. Ну, вообще вечер. Отбейте все вражеские атаки. Бейте всех мятежников в долине, иначе присоединятся к последней атаке противника. Показывает цели миссии? Да. Так, что там еще какое-то было описание миссии? А как ее открыть? Я не могу открыть миссию? Черт, я брифинг пропустил. Теперь грустно. Ну, слушай, у меня есть катапульта. Я все пропил, но у меня есть катапульта. Я не пропил хотя бы ее. Ну, что такое? Залежи железной руды. А я думал, это камыш. Ну, это... Это камышная железная руда. Логично. Чрезвычайно логично. О, повозка с древесиной. А как забрать? Сейчас разберемся. Я предполагаю, что это единовременный кусок руды, который... Ой, древесины. Так, вот месторождение железа тоже есть. Камня. Хорошо. Надо понять, что мне для начала строить. Ну, я так предполагаю, что мне нужна оборона. Чтобы сделать оборону, мне нужно дерево. Много дерева. Чтобы у меня было дерево, мне нужна еда. И крестьяне. Понеслась, получается. Еще продвинутая добыча ресурсов. Каменный прииск, мастерская, железный прииск. Ничего себе, алхимический трансгрессор. Хорошо, допустим. Но в первую очередь еда. Это кто? А, это заяц прыгает. Безногий. Милорд, впервые в истории ваш замок будут брать штурмом. Если мы хотим рассказать кому-нибудь об этом, как это, о том, как это было, я бы посоветовал принять меры. А, да я не сомневаюсь. Я тоже вот думаю, как, какие меры принять и как. Так, у меня есть... Да, мне нужно, во-первых, добывать древесину, скорее всего, где-нибудь здесь и вот здесь. А во-вторых... Добывать еду где-нибудь здесь, вот 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 здесь, везде.
караси лишними не будут. Никогда. Но в первую очередь я предполагаю лесопилка. У меня вообще 10 человек. Вот я, допустим, ее строю. Вот прям сейчас и прям здесь. Погоди, у меня сюда это пойдет. Строить ее надо где-нибудь вот тут. Во, минус 2 человека у меня вычитается сразу же. То есть я знаю, сколько мне людей потребуется для... Так. Ну, для пищи сразу, действительно, я пару хижин рыбаков поставлю, я думаю. Что они требуют? 2-12. Ну, солидно. Ну, поставлю 2 действительно. Или не надо ставить 2? Или 2 собирателей ягод поставить? Кажется, собиратели ягод как-то более актуальны сейчас. Давай сюда. Собирателя. И сюда собирателя. Хорошо. Что мне еще нужно? Мне нужны основные, так предполагаю, городские здания. Типа там палатка, кладбище, дома. Вообще мне нужны сначала обычные дома. Они же жилплощадь. Полагаю, что парочку можно сразу выставить здесь. И пошло строительство. Ну и, наверное, да, последних я потрачу на строителей. Своих работяг. Чтобы быстрее построительствовать. Ну а там уж разберемся. Можно как-то поменять приоритет строительства? Во! Можно. Выставляю сразу в первом очереди, и они идут, игноря все остальное, они идут строить именно тебя. Пойдемте собирать. Вот этих ребят, наверное, надо отправить на разведку. Да, прям с катапультой. Ну а что? Ей тоже погулять хочется. Смотри, сколько тут интересного. Это что? Тихо, тихо, тихо. Не спешим, ребят. Ну, они решили поспешить. Так, катапульта по своим бьет? Нет, не бьет. Я что-то собрал, кстати. Неплохо. Да, ребятушки, значит, нужны мне... Да, тут много, кстати, лагерей всяких разбойничьих. И, в принципе, тут довольно много ресурсов. То есть со старта, наверное, можно было даже лесопилку не ставить. Стронгхолд напоминает? Может быть, есть такие какие-то сходства. Ой, честно, Стронгхолд, он же тоже настолько старый. Так, а у меня население-то тоже прирост идет динамический. То есть я просто так не могу взять и набрать людей. Вообще я тут справлюсь? Тут лагерь какой-то уже покрупнее. А что это? Вот это что? Повозка с едой. Кстати, мне еще склады надо как-то оборудовать, я предполагаю. Давай мы пока отойдем от этого лагеря. Кстати, у меня довольно обширные стены и в самом замке, на которые можно становиться работягом. Катапульта. Давай сюда. Волн пока не видать. У меня застрял колхозник. Это очень плохо. Так понимаю, он застрял типа намертво. Можно я как-то перемещу тебя, что ли? Не, ну это не дело. Че он так себя ведет? Я понимаю, что он нашел любой способ, чтобы отлынивать от работы. Ну вот один обходить на... А, все, он помог. Молодец какой. Подожди, или вы каждый раз будете так делать? Ой, зараза. Это, конечно, неприятно. Хотя, подожди, тут рыбаки как будто компенсируют их тупость. Да? Нет, не всегда. Рыбаки не всегда компенсируют их тупость. Это значит, что нужно... Ай, я не хочу сносить этот дом.
Кстати, проще снести лесопилку, потому что лесопилка ничего не стоит. А, версию с мифическими существами. Это Stronghold Legends. Я тоже в него играл. Мне он тоже нравился. Очень. В детстве. Так что я знаю, о чем ты говоришь. Прекрасно понимаю. Еще надо определиться, как я буду строить себе крепость и где. Очень хорошо, когда у меня есть разведка. Мне надо понять, как мне укрепляться. Опять же, лес не является препятствием для врагов в этой игре. И это сильно меняет дело. Так, хорошо. Тогда, наверное, нужно понять, вот у нас три основных направления. Вот это направление, как будто бы, если вот по внешней кромке ставить стены, его можно отрезать полностью. И довольно недорого. Вот здесь придется ставить вот так выступ. И вот так выступ. И вот этот лес как-то тоже оборонять. Здесь можно вообще прямую стену поставить и не париться. Но тут потребуются ворота, чтобы они выходили в лес. На вырубку. Но я думаю, прямо сейчас нужно это делать. А сейчас мне нужно часть жителей потратить на... Да, и, кстати, исследования надо не игнорировать. Они у меня же есть? Есть. А, подожди, исследования тоже денег стоят. Удобные ботинки. Лесорубы, железодобытчики. Строители. Давай потихоньку буду добывать. Окей. Как мне выстроить себе оборону, чтобы это было адекватно? Вот этого сборщика ягод, как будто бы я слишком далеко выставил. Но это ничего. Первая волна. На день четвертый она начнется. Сейчас второй. Ага. Тут все написано. Нечего придумывать. А я могу погрузить катапульту в... Нет, не могу. А жаль. Хорошо, в таком случае... Давай я поставлю основные городские постройки. Типа, опять же, какую-нибудь палаточку. Могильщиков тут же рядом. Но это для тех, кому палаточка не помогла. Куда-нибудь сюда я припрячу кладбище. А хотя можно его поставить прямо рядом. Вот здесь где-нибудь. Опять же, пусть ягодки удобряет. Вот. Катапульта. Иди отсюда, куда-нибудь. Так, вот тут есть лагерь. Лагерь можно будет зачистить. Но у меня с едой все хорошо. Что я вообще могу строить еще? Укрепление могу строить. Дополнительная оборона. Обзорная башня. Может поставить по штучке? Где-нибудь вдалеке, в далеках. Надо будет подумать. Тут еще один лагерь я вижу. С уголка. А это все... Массивная сторожевая башня. 25 стрелков. 4 осадные машины. Но это ее нужно это, короче, обносить дополнительными стенами по периметру. Это, короче, большие башни. Ну, тут 9 стрелков, 1 осадная машина. Каменные я вряд ли смогу построить в этой миссии. Но вот деревянные я себе обеспечу. Как-то ягодные кусты надо, ну, я не знаю, может один снести. Разберемся. Сейчас, я думаю, самое первое, что нужно сделать, это поставить казарму и паршивый монумент. Основательный и великий. Тут еще есть монументы, вообще прекрасно. Для великого нужны деньги. Две денежки целых. Видимо, денежки здесь это очень ценный ресурс. Если даже две денежки, всего две денежки, позволяют построить великий монумент. Видимо, денежки, да.
Кстати, казарма сама по себе является укреплением, если я все правильно понял. Так, рост населения 9 в день. То есть нужно строить еще дома, чтобы было куда расти. Давай куда-нибудь здесь тоже на заду поставим. Главное, чтобы они никому не мешали. Хорошо. Вроде хорошо. Да, они помещаются в казарму. А как вы вынимаетесь из казармы, кстати? Вывести. Во. И вынимаются они из казармы спокойно. Ну, мечники-лучники тут стоят людей в том числе. То есть, обеспечить себе оборону будет не так уж и просто. И что-то мне подсказывает, что нужно больше лесопилок. Что у меня как будто леса в окрестностях совсем не супер много. Ну, то есть вот у меня один лес, вот у меня второй лес. А надо идти куда-нибудь вот в этот вообще лес. Опа. Ребятки. Лучники как-то вообще не особо активно помогают. Довольно косоруки. А что это за кристаллы? Что они делают? Как-то сложно понять. Сложно понять, но я так понял, вот этот мой отряд небольшой, он вполне себе справляется с местными оборванцами. Я как-то опасался, что это будет опасно с ними связываться. Ну, нормально. Как раз разведочку провожу. О, тут какой-то выход, какой-то газовости. Ладно, набрал я 9 кристаллов. Пойдем пока. Кончается уже второй день. На четвертый ко мне придут. В общем-то, не очень много дерева. Дерево больше вот здесь. Чтобы добыть дерево вон там. Предполагаю, что нужно так. 31 из 55. Прирост 15 в день уже. А, слушай, а прирост-то растет вместе с количеством населения. То есть я сейчас себе настрою каких-нибудь лучников. Надо идти будет добывать древесину и еду. И все надо будет идти добывать. Да, действительно, у меня уже 22 свободных руки. Можно каменный рудник поставить? А мне сильно нужен камень? Как будто бы и нет. Что мне, наверное, нужно, это еда. Пойдем добудем еды. Отберем ее у крестьян, которые отказываются платить налоги. Ой-ой-ой, тут много. А вот тут-то лагерь большой, подожди. Подожди, быковать пока рано. Давай-ка я... А если через Ctrl? Катапульта решила быкануть. Умница. Она решила не спрашивать. В ее планы входит быковать. Ну ладно. В принципе, сойдет. Так, если через Ctrl поставить, назначить. А если через Shift? О, через Shift заказывается сразу 5. И давай сюда сразу. Точку сбора. Правда, катапульта сносит деревья. Что не очень практично.
А, волна попрет отсюда. Давай пока, значит, строить сразу укрепление. Так. Давай я ставлю сразу башню здесь. У ягодок. Ягодки цветое. Ну, так как они попрут с угла аж, можно башню поставить здесь. А здесь я поставлю, наверное, ворота. Ну что, наверное? Давай сразу ставить. Короче, сделаем вот так. Вот тут я поставлю. Вот так стену. И вот так стену. Все. Я оборонен. Я молодец. Вообще, я предполагаю, что это не сработает, как обычно. Но я хотя бы делаю вид, что все в порядке, все под контролем. У меня уже много лучников, я, наверное, могу борзеть потихонечку. Там у меня завершено исследование. Кстати, казармы у меня исследовались. Реакция мангуста. У мечников шанс не получить урон от атак. Глаз как у орла. Глаз как у собаки и нюх как у орла. Горготское зелье. Боевой транс, активная способность. А, вот зачем мне камень, теперь понятно. Так он мне нужен, оказывается. Сразу-то не сказали, что мне камень нужен на самом деле. Давай я куда-нибудь сюда, прям в безопасном месте поставлю его. Пусть один рудничок у меня будет. О! Я узнал, что Friendly Fire нет, так как моя катапульта только что решила прямой наводкой рубануть по мечникам. О, так у вас тут фермы, ты гляди. Вы, оказывается, жить хотите? А что ж вы тогда деньги не платите, если жить хотите? Ух, ядрить вас там. Не-не-не, я сюда не пойду. Я как-нибудь в другой раз с вами разберусь. Бойтесь и готовьтесь. Вот в следующий раз я вас обязательно всех там на тут. Ух. Кстати, у меня... А можно дома улучшать как-то? А, постройте ратуша 2. А ратуша 2 построить как? 150-100. Ого. Я понял. Ну, значит, пока расширяемся. Пока расширяемся. На ратушу у меня денег нет. Ну, это в целом, типа, отыгрыш вполне себе персонажа. Который все деньги растратил. Что с вами случилось? А вы выйти не можете? А так ягоды это все-таки не проходное место. Ну тогда ходите. Идите. Давайте, чапайте. Я-то думал, та ратуша это проходная. Так, милорд, наши зоркие разведчики обделены познаниями в арифметике. Один сказал, что нападающих много, второй, что очень много, третий сбился со счета, а четвертый не умеет считать. А, так те предыдущие трое, значит, умели считать. С такой армией, я боюсь, мы долго не продержимся. Есть у меня определенные подозрения насчет их квалификации. Так, ну это уже тир 2 казармы. Это тир 3. Воин с кувалдой и пеший рыцарь. Ничего себе. Целители, арбалетчики. Хорошо. С едой у меня все отлично. Мне не хватает опять... Не хватает древесины. Не хватало древесины. Мне, наверное... Давай я еще одну лесопилку пристрою куда-нибудь вот сюда. Она далеко, да. Но... Хотя, зачем ее ставить далеко, если можно поставить еще одну здесь? У меня-то как раз проблема в том, что они слишком медленно все добывают. А улучшать не получается, потому что нужна вторая ратуша. А чтобы была вторая ратуша, нужна вторая ратуша. Много ресурсов на то, чтобы ее, ну, отратушировать. Так, лукари.
Занимайте укрепление. Надеюсь, что отобьемся. Да, поперла волна. Ну как сейчас попрет. Закрыть ворота. Мечников выставить. В дырку. Разрешите представить, толпа немытых оборванцев, осмелившихся бросить вам вызов. Да сейчас, подожди. Сейчас они добросаются. Кстати. Давай, пока есть такая возможность. И пока есть ресурсы, давай дострою стену. Хоть в каком-то виде. Вовремя я, конечно, этим занялся. Так, а моих дровосеков они не это, не порежут? Кстати, заметь. Вот когда дровосекам надо, они сквозь кусты проходят спокойно. А ягодосборщики, они... По-моему, они решили меня обойти. Черт. Это в мои планы не входило совершенно. Они обошли укрепление. Как так можно? Это нечестно. Эти стены были неприступны. Надо было ворота им открыть. Ой-ой-ой. Ну, понеслась. Мечники, а будьте так добры стеной встать. За нашего милорда. Да ладно, не так уж и страшно. Я как-то ожидал большего. Неприступные стены совершили преступление. Так стены не виноваты. Стены-то стоят, где стоят. Это вон крестьяне посмели думать. Что за преступный мыслительный процесс? Немедленно прекратить. Милорд, очевидно, голодавший, обезумевший от нищеты и лишения отребья, просто искала способ уйти из жизни достойно. Как и полагается мудрому пастырю, вы привели своих овец туда, куда они просили. Хорошо. Да. Мы используем это как оправдание на суде. А следующие на седьмой день придут. То есть у меня на этот раз меньше будет передышки. Да, вот эту жоблу надо будет устранить. По возможности. Кстати, мечники довольно ленивые, как ты можешь заметить. Они такие, да ладно, лучники сами справятся, всех перебьют. И не идут помогать. Но зато, как я и сказал, по мечникам можно просто бить прямой наводкой, когда их окружили. И им за это ничего не будет. Давай я построю пару все-таки дозорных башен, поставлю в них лучников. Я не знаю, насколько они будут, ну, типа, насколько хорошо они дозирают. Ну, по... Скажем так, по печальному опыту поставлю одну где-нибудь здесь. Одну где-нибудь... Здесь, наверное. Не, давай я сначала одну возведу, посмотрю, насколько она дозирает, действительно. Ну, тут у меня есть укрепление, что ж. Вот на это отверстие не смотри, оно технологическое, оно предусмотрено. Тут все по стандартам. Главное не спрашивать, по каким стандартам, и все будет хорошо. Я предполагаю, что мне нужно улучшать ратушу. Потому что, ну, я... Ну, я могу, конечно, еще пару десятков домов тут впихнуть. Давай, ладно, пока впихну. Они камня хотя бы не стоят. Во, нормально. А?
А, башня и сама дает обзор, да? То есть лучнику в ней находиться вообще не обязательно. Это очень удобно. Причем обзор солидный такой. То есть я могу башню где-нибудь реально на отшибе поставить, и она будет мне смотреть. Сколько она там стоит? Слушай, ну... На самом деле она довольно дешевая для того, чтобы, ну, иметь действительно какую-то мотивацию ее где-нибудь выставить на окраине. Чтобы она мне разведывала. Вот здесь куда-нибудь поставлю одну. Снесут, и черт с ней. Че, мне древесины мало в окрестностях? Меня больше беспокоит та беда, что у меня уже четвертый день подходит к финалу. Скоро вторая волна. Я думаю, она будет жестче первой. Это я сейчас так хихихаха. Но древесину нужно как бы копить. Ну или отбирать у колхозников. Давай, наверное, этим и займемся. Давай вот пойдем с того угла, который я уже начал зачищать. Ого, у вас здесь, ребят... А вот это вот уже серьезно. Я-то думал, что тут пара жалких лагерей, а посмотри на вот это. Сколько тут тепловых сигнатур. Спрятались-то как? За камушками. На самом деле все не так просто, как я на то надеялся. Во, у этих дерева есть. Вперед! На продразверстку, ребята! Ее еще не изобрели, но вы уже знаете, что это такое. Так, вот этих глухих лесах, я так предполагаю, тоже есть колхозники, просто они очень хорошо законспирированы. Их, наверное, надо расконспирировать. Сейчас я тут тоже башенку поставлю где-нибудь. Ну, потому что в этот лес я на ощупь не попрусь. Я как-то ссу. Или попрусь. Кстати, вот у меня сейчас потребление жорева у меня превышает теперь. Так сказать, профицит. Начал перекашивать дефицит. Так что надо отбирать еду у крестьян. Смотри, отбираем еду у крестьян. И дёру отсюда. Да я знаю, что атакованы. Ну-ка, втащите им. Катапульта стреляет с каким-то упреждением, которое здесь совершенно сейчас не нужно в бою. Что, вообще мечники хорошо с ними справляются. Я ожидал как-то, ну, более печальных результатов по своим боям. Но нет, все в порядке. Давай, наверное, пока седьмой день не наступил, мы еще вот этот угол зачистим. Или не надо? Может, не надо? Как думаешь? Погоди. О, я знаю, да. Катапульта приманивает. Колхозников? Мечники стоят стеной здесь. Ну, а лучники, как обычно. Ну, лучники — это лучники. Это что за жиробубели? А, со щитами-то гляди. Мечники... Как вас держать на холде? Let's go. Никак. Они все равно будут выходить и нападать. Ну ладно, значит, контролю. У меня все равно пока набираются запасы какие-никакие по ресурсам.
Но надо следить, чтобы излишки тратились на дело. А вот тут, конечно, дыру заделывать, это будет та еще забота и печаль и история. Хотя, если разделить ее на два сегмента, вот типа до озера и после озера, после озера можно ограничиться вот тут каким-нибудь уголочком небольшим. А до озера надо прям строиться. Ну давай я этим и займусь. Вообще нужно не забывать еще про исследование. Реакция мангуста, глазка корла. Активную способность я забуду использовать, я себя прекрасно знаю. Стоять. Расширенный инвентарь, скорость стройки и ремонта. Нет, подожди. Как снять исследование? Никак. Я не хочу с этим разбираться, поэтому давай уже исследуем. Давай потихонечку продвинемся сюда. И катапульта будет их по чуть-чуть выбивать. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тут вся орда идет. Давайте, ребятки. Я в вас верю. Катапульта. Гаси. Раненых отводить. Раненых отводить. Все как это. Как этот, как мастер стратегий. Играем как взрослые. Еще один кристальчик за эту крепость. Какая жадность. Зато древесины добыл. Все. С чистой совестью возвращаемся. Теперь строим укрепление. Я думаю, нужно укрепить в первую очередь южные рубежи, потому что ты посмотри, что тут происходит. Мне в ту сторону вообще выходить надо будет? Ну, как будто бы да. Так что давай начнем здесь, с одной башни. Нет, башню на углу строить нельзя. Давай лучше куст снесу, куст не жалко. Еда. Да, вопрос еды тоже нужно решать. Еще... Наверное, парочку рыбацких хижин я установлю. И так как уже шестой день, наверное, надо заботиться тоже. Давай-ка я найму еще шестерочку мечников, чтобы у меня было ровно 10. Для круглой даты, так сказать, и цифры. Тем более, что мечники не требуют ничего, кроме... Я не понимаю, ребята, вы... У вас вообще логика добычи присутствует? Вот сюда идете? Вот сюда идете. Добываете вот этот вот узкий во всех смыслах круг. Зачем вы идете в какие-то абсолютные дебри? Непонятно... А, они опять с этой стороны идут, да? Опять выходишь на связь, да? Колхозник. Ну, как скажете. В прошлый раз эти стены не помогли, мы сейчас построим новые. Тут я возвел две башни, надо будет еще их обнести тоже стенами. Тут давай, наверное, тоже поставлю. Вот тут я, наверное, точно никуда выходить не буду. Единственное, что вот здесь каменоломню как будто захочется мне воткнуть когда-нибудь в очень отдаленном будущем. Но это не точно. Давай я прям вот здесь поставлю. Не буду прям действительно далеко уходить. Еще одну башню. Сколько она стоит? 28. Ну, все ради обороны, правильно?
И вот такая стена. Да, все, хорошо. Можно, кстати, поставить... Во, вот эта сторожевая башня дешевле. Заметь. Ее можно поставить за стеной. И она и выше, и дешевле, и лучше, по-моему. Так, в первом приоритете у меня рыбацкая хижина. Я надеюсь, что они не будут тупить и будут носить куда надо. Лесопильщики все еще отчаянно пытаются тупить. Но на этот раз уже все получше. Вы успеете там хоть к седьмому дню расстроиться, ребят? А то иначе расстроюсь я. И возможно у нас появятся новые строители. А старые переедут вот в этот уютный скверик. Так что там, пожалуйста, это... Работайте. Слышь, работать. Так, у меня... Наверное, еще десяток лучников надо нанять. Чтоб у меня был постоянный гарнизон. Я часть отряда буду водить. Выносить колхозные... Вот эти все поселения. А часть у меня будет находиться. Давай я вам поставлю даже отдельную точку сбора. Часть у меня будет находиться постоянно в поселении и заниматься... Тем, что они будут это... Крутить тетиву. И прохлаждаться. Вообще надо в рейд выйти за едой. Но это вот сейчас мы отобьемся. Минута осталась. Давай основное войско сюда, потому что я так предполагаю, они опять пойдут этой стороной. А вот этот десяток лучников я приберегу... На всякий случай. Так, катапульта лезет сюда. Лучники. Сколько я выбрал? 14 штук. Вот этих я не выбрал. Все правильно. Так и надо. Мечники стоят, обороняют здесь. Так, ну вы стойте здесь. Тоже на обороне. Сколько она вмещает в себе? 12 штук же, да? Нет, 6. Как-то они странно опять поперлись. Через внешнюю сторону. Это все из-за этих... Неудобных ягодных кустов. Ну да ладно. Сейчас разберемся, я думаю. Я думаю, точно так же я сейчас в этот угол пойду контратаковать колхозников. Да, теперь по 3 дня разница между атаками. Надо быть готовым. Но сейчас я, наверное, поставлю... Где у меня? Я поставлю, наверное, сейчас еще одну каменоломню у себя здесь. А может быть даже 2, чтобы и для исследований тратить. Улучшу ратушу, улучшу дома... Опять же, чтобы слишком не выстраивать себе тут огромные поселения, а более компактно располагаться. Во, понеслась. Чё они там? Долой царя, говорят. Ну, сейчас вам тут долой царя будет, ребят. Проверяйте. Кстати, вот эта штука не дотягивается. Зато вот это дотягивается. Так, если эта штука не дотягивается... Идите сюда. Будете обстреливать здесь. Мечники, оттяните на себя часть бунтовщиков. Хотя, в общем-то, давай с тылу их. По задницам неприятеля. А катапульта... А, катапульта ж вплотную не бьет. Катапульту надо, короче, на дальнюю ставить. Вот катапульту надо ставить сюда, а лучников вплотную. Тогда все будет хорошо. Так, все, ребят. Пойдем наступательствовать в обратную сторону.
Ну, теперь этим деревенщинам не поздоровится. Ух. Я все еще не знаю, зачем эти кристаллы. Я так понимаю, для каких-нибудь продвинутых исследований они нужны. Но здесь я сейчас пойду все зачищать. Хотя, наверное, вот такие маленькие лагеря нет смысла даже ковырять, пытаться. Потому что а шо с них толку-то? Ресурсов я там не добуду, а время я на них потрачу. Ну, раз по пути, то давай вынесем. Так, а как только у меня 100-100 по балансу ресурсов будет... Так, вот здесь я не пойду. Я обойду лучше. Чё? А, ты еще жив? Исправляю. Кстати, да, авторемонт включаем. Очень странно, что он по умолчанию выключен вообще. То есть авторемонт — это как будто такая штука, которая всегда хочется, чтобы она была включена, разве нет? И улучшаем ратушу. Так, ну вот эту жоблу надо потихонечку вычищать. Я сейчас, наверное, воспользуюсь тоже проверенной временем тактикой. И надо использовать горячие клавиши, чтобы это быстрее было. Я же говорю, играем как взрослые в стратегии. Используем горячие клавиши, используем все, что... Где катапульта? Вы что, катапульту пропили? Где она? Не понял. А. Она решила водички с речки похлебать. Как мило. Ты вообще будешь до них дотягиваться? Хотя бы до краю. Давай мы тебя сейчас сюда подгоним. Как будто не будет. Не, будет. Нормально. Можно еще это, мечников пускать. Смотри. Берем, короче, толпу мечников. Идем наводить шорох. У-у-у, какие мы страшные. У-у-у, диктаторы-узурпаторы. У-у-у, идите сюда. Мы вам сейчас это, мультики показывать будем. У-у-у. Знаешь что? Это хороший план. Очень долгий, правда. Так, улучшить 10 камня. Да, каменоломни мне точно теперь пригодятся. А еще мне нужно украсть камень у крестьян. Вон он лежит. Пойдем. Короче, это все очень весело. Но, по-моему, атака в лоб будет более эффективной. Тем более, это ж просто оборванцы. Что с них взять? У меня болезнь. Незахороненных мертвецов 3? Что случилось? Кто помер? Почему помер? Где? Это что? Э! Колхоз, вы чё? Ты смотри! Какая подлость! Я ж вам ничего не сделал. По крайней мере, тем вам. Охренеть. Вот это наглость. Я ж на вас не нападал здесь. С той стороны, по крайней мере.
Так. Надо иметь это в виду. У меня помер народ из-за них. Они мне разрушили каменоломню. Кстати, можно улучшенный сделать каменный рудник. И запас камня можно увеличить. Хорошо, давай попробуем. Древесины хватает, хотя я бы, наверное, поставил каменоломню где-нибудь. А в более безопасном месте не поставишь. Ну, разве что вот тут. Я так предполагаю, они триггерят вот этих вот колхозников. Ну, выходит, что нам нужно сейчас делать. Восьмой день. Нападут на десятый. Ладно, время у меня еще есть. Давай сейчас с этой стороны я им втащу. Помянем. Похоронить покойника. Хорошее достижение. Вот здесь я поставлю. Стены кусок. И башню. Чтоб этот угол был оборонен. Вот эту выскочившую толпу перебью. Ага, нападение будет вообще с другой стороны на этот раз. Отсюда. Ну, давай сюда, значит, сразу передислоцируюсь. Надо увеличивать население себе срочно. Чтобы больше таких ситуаций не повторялось. Давай еще выставлю себе 5 лучников. Наверное, чтобы эти лучники действительно сидели в башнях по периметру, по окрестностям. Вообще попрут с этого угла. Как будто стоило бы где-нибудь здесь заградительное сооружение поставить, но я туда не доберусь. И дерево у меня кончилось. Как вовремя. Зараза. Надо иметь в виду, что бухтёж могут поднять колхозники вообще с любой стороны, так что тут у меня как бы закрыто. Тут плюс-минус тоже. Я сейчас, к сожалению, вынужден тратить время на стояние. Так, давай я башню где-нибудь здесь воткну. Уж не знаю, зачем мне она в чистом поле, но пусть стоит. Так, дома второго уровня вмещают в себя 8 жителей. То есть смысла в этом большого изначально не было. Ну, теперь я это знаю. Оказывается, проще было просто построить обычный дом. С другой стороны, сколько он требует? А, нет, не проще. Этот почти не требует дерева. А дерева у меня дефицит. Массовый причем. Сейчас мне каменьев наносят еще. О! Нормально, и на 10-й день сейчас у меня будет побольше колхозников. Это не колхозники, это благородные крестьяне, которые на моей стороне сражаются. Не то, что эти грязные оборванцы. Я предполагаю, вся эта толпа попрет отсюда. Я криво поставил башню, да, я знаю. Надо поставить еще одну, на этот раз ровнее. Где-нибудь здесь. Мечники станут промеж башен. Во.
В башнях у нас будут. Так это что тут лазит? Вроде ни на кого не нападает. Так что сойдет. Пусть лазит. Потерпим пока. Я не могу выставить в очереди, пока у меня людей нет. То есть заранее я не могу предзаказать. Так, давай еще 5 лучников сюда. Катапульта, давай как-нибудь вот так, да. Чтоб ты до всех достигала, доставала. Давай еще подстрою лучников. А, дерево кончилось. Ну и досада. Все. Пошла волна. Не, ну должны ж мы отбиться, правильно? Кстати, насчет исследований. Но, шанс нанести двойной урон от лучников. Хорошо, пассивная. Вот все, что пассивное, я исследую запросто. Вообще никаких проблем. С большим удовольствием. О, вон он, колхоз вышел. Ну-ка, катапульта, расскажи им, покажи, что они неправы. Ой, их много. Тут катапульта хорошо раскидывает. Без нее было бы тяжко. Я нужного мечника не могу в толпе выделить, чтобы его отвезти. А одного потерял. Кстати, от них еще тушки незахороненные остаются, если их потерять. Но они довольно резво регенятся, так что... Так вот, ненадолго отводишь, и все хорошо. Нормально совладали. Одного потеряли, правда? Товарища мечника. Но я его дострою. Yeah. Хорошо. Это третья атака. Будет финальная волна через 3 дня, и мне нужно срочно вычищать вообще все эти гнезда. Колхозные. Иначе я не вывезу. Нужно все дома выстраивать тоже себе. Research complete. Так, ребятки, понеслась. Так, исследование по ратуше. Что еще нужно? А тут везде металл нужен. Казарма 2 нужна. Так, а если второй тир построить, чем? Что мне это даст? Для всех остальных нужно железо. Хотя нет, целитель. Нормальная тема, мне кажется. Но дороговато мне. Я не уверен, что я смогу построить... Все в нужных количествах тех юнитов, которых хочу. Так, пойдем вот этот лесной лагерь зачистим. И надо вот снизу все это вычистить. Там вроде по углам не очень жесткие толпы деревенщин. А вот здесь их как будто бы реально много. Так, надо мечников выделять отдельной группой каждый раз и отводить, чтобы они не кидались на врагов слишком отчаянно. Не знаю, здесь можно ли делать боевые группы какие-то. Ой-ой-ой, вас тут много. Вас тут много, товарищи Силюки? Но нас больше. Причем буквально нас даже численно здесь больше.
Ну да, мне действительно нужно сейчас озаботиться тем, чтобы вычистить большие лагеря. И давай-ка я возведу, знаешь что? Я ведь еще магию не использую, я забываю об этом каждый раз. А ведь у меня вообще-то паршивый монумент можно поставить. Да там все нормально. Там ребята разберутся сейчас. Так, окей, все нормально. Живем. Ничего себе, красота какая. Пойдем возводить. Так, и надо сносить вот это вот все, абсолютно все надо сносить. К чертям. И забирать у них все тоже надо. А, рыба кончилась. Сносим, значит, нужно рыбные места вот здесь вот исследовать. Так, куда вот сюда? Хижина рыбацкая ставится, да? Ну и давай здесь где-нибудь. Чтоб две сразу было. Ну, вроде я должен вывести. На, лучники, когда в формацию встают, у них вообще, они выносят вообще все. Всех деревенщин. Так, ты сбегай за ресурсами. Чтоб у меня всей толпой этим не заниматься. Чтоб у меня основная толпа ходила зачисткой занималась. Вот ты будешь это, на подскоке, пацанчик. Давай, давай, сейчас с едой здесь разберемся, все хорошо будет, я думаю. Ой, сколько тут колхоза. Нормально, у меня уже войско собралось. Так что... не жалуемся. Так. Поставлю улучшение. Наверное, возвести надо еще пару домов. Можно сразу второй поставить. Что фонтан делает? Плюс один человек в каждом доме в области действия. О, это нормальная тема. О, таверна. Потребление жителями еды. Кстати, фонтан можно будет тоже возвести. Не знаю, насколько он... насколько он большой и эффективный, но попробуем... попробуем использовать фонтан. Что, ребят, все, вы вынесли всех. Пойдем. Надо еще вот этот угол зачистить. И вон тот. Там меня не особо вот та сторона напрягает. С той стороны у меня просто хорошее укрепление, если даже попрет какая-то толпа. А вот здесь... как будто бы есть опасения. Да, тут видишь, тоже такой солидный лагерь был. Ну, был, потому что он уже заканчивается прямо сейчас. И ресурсики пришли. Праздник к нам приходит. Угу, волна попрет отсюда и с той стороны.
Так, ну давайте тогда срочно вот сюда. Вот сюда вот. По отстроительству здесь все хорошо. Вот с этой стороны пойдет волна. То есть здесь надо укрепиться лучше. Давай сразу стену. Тут сразу стену. Сторожевая башня 2. А чем разница? Замедляющая ловушка. О! Ну, так себе, если честно, наверное. Вот сторожевую башню я здесь поставлю. Но вроде здесь мы тоже укреплены. Сойдет. Ну, для первой миссии нормально. Вроде неплохо получается. Я еще хотел фонтан посмотреть, да? Вообще, что тут еще есть? Есть больница. Дом могильщиков 2, дом строителей 2, университет. Ух ты, это слишком жирно для меня. Я не думаю, что моим жителям нужно какое-либо образование, они уже образованы. О, слушай. Ну, фонтана, нормальный такой радиус. Давай. И давай-ка я на всякий случай тоже наделаю лучников. Как бы лучников много не бывает. Это те не мечники. Так, вы тоже выходите. Ну смотри, основной колхоз мы разобрали. Ребят, ребят, не будьте такими агрессивными. Пусть агрессивными за вас будут те, кто может врагам напинывать с расстояния. Во, другое дело. Так намного лучше. Милорд, разведчики сообщают, повстанцы и всех оставшихся лагерей присоединяются к атакующей волне. А противник собирает все силы для решающего штурма. А самое главное, что там, где у меня действительно слабые укрепления, я вопросы порешал. Это хорошо. На остальных направлениях у меня с укреплениями все окей. Давай посмотрю по исследованиям, что можно еще прикрутить. Быстрая перезарядка, сухой закон? В смысле? Кто посмел? Какой сухой закон? Ты что? Я тебе изверг, что ли? Людям сухой закон объявлять. Знаешь, я еще что подумал? Что вот это вот может быть метавалютой для прокачки компании. А вдруг? Давай я буду все-таки их собирать, эти кристальчики. Тут у меня какая-то тусовка осталась? Нет, я тут всех вычистил. Сколько у меня еще? Ну, короче, как только наступит утро, ясное. Давай я катапульту поставлю где-нибудь здесь. Так, лухари. Распределяйтесь по башенкам. Интересно, тут вообще хватит? Лучников-то на все башни. Кстати, хотел выяснить, есть ли разница в радиусе. Не могу понять. По-моему, есть. Да, слушай, эта башня выше. Башни выше. Так. Сюда.
Еды не хватает. Все съели. Еда кончилась. Я сейчас одного мечника отправлю за припасами. Он все равно погоды не сделает. Так хоть восстановит. Не, сюда давайте. Сюда давайте. А то вдруг они сюда нападут. А те, которые остались в башне. Не, они сюда не идут. Но если какие-нибудь залетные подскочат, я все-таки хочу быть готовым к этому. Так, катапульта. Сюда. Вроде отбиваемся. А здесь мечники будут отвлекать часть на себя. Давай, давай, давай. Давай, давай, сюда, сюда. Тут как раз еще лучники есть. Нормально, еда есть. Лучники есть. Что там пробивают? Ой, пробили стену. Ну, тут катапульта сейчас разберется, я надеюсь. Да, она прям в самую мякотку стреляет. Что, ничего. Так, давай лучников сюда. И вы со стены тоже сюда снимайтесь. Я так предполагаю, тут больше уже никого не будет. Это все. Отбиваемся. Неплохо. В каких-то моментах я протупливал. Возникали из-за этого проблемы, но... Вы здесь закончили? Давайте туда, на слабый фланг. Ну тут уже не страшно. Башню снесут, не снесут, это уже финальная волна. Восстание перешло в фазу психической атаки. Крестьяне решили сброситься на вас всем скопом. Если замок выстоит, победа будет за нами. Но это уже все, уже порешали. Супер. Мятежники отбиты. Крепость стоит. Я молодец. 1237 колхозников из моего владения закончили свою жизнь. Предполагаю, меня ждет полное разорение в такой ситуации. Милорд, поздравляю. Ух ты, ты отлагал. Бунт подавлен. Выжившие крестьяне согласны платить налоги. Супер. А сколько выжило? Переходим к текущим вопросам. Квартирмейстер... Нет, все еще лагает. Переусердствовали с празднованием победы. В результате сгорела таверна. А еще голубь принес сообщение от вашего дедушки. Ох, похоже, крестьяне бунтуют не только у нас, милорд. А вообще везде. Ваш дядя умоляет немедленно явиться в замок Пендерейн, чтобы помочь ему отбиться от черни. О, смотри, хейтер бегает. Так, Пендерейн. Ну что, я думаю, мы еще можем начать. В принципе, хардкор вроде как вполне нормальная сложность. То есть без перебора, но и не слишком изи. Я думаю, что я дальше буду продолжать пока на хардкоре двигаться. В целом, по-моему, игра работает нормально. Ах, прикрывшись благороднейшим порывом спасти ближнего своего, вы сбежали от бесконечных домашних проблем, поспешили на помощь к дяде. А по прибытии у ворот вас никто не встретил, а дядюшкин замок выглядел так, будто на его крыше исполнила брачный танец пара, если не две драконов.
Вы уже собирались поворачивать оглобли, когда выяснилось, что провианта на обратный путь вам не хватит. Мне пришлось подняться в покое лорда Пендерейна. Я предполагаю, лорда Пендерейна уже отпендерировали. Так что этот замок уже технически может считаться моим, с другой стороны, не то чтобы я этому рад. Или не моим. Или не может считаться. О, пыцари. О, крестьяне. Налоги. Пошел уже. Понятно. Налоги. Да сам ты пип... Ага. Что ж. С налогами не задалось. Вы меня звали, милорд? Мы точно не ошиблись с замком. О, дядюшка. Как плохо ты выглядишь. Кто все эти люди? Это ваш дядюшка, лорд. Пендерейн. А там его верный оруженосец. Их убил Скотт Кро. Кровавый. Человек, возглавивший восстание, я так понимаю. Крестьянский бунт. Он обещает всем, кто поддержит народный гнев, справедливую награду, а те, кто встанут у него на пути, ну, понятно. В общем, вы сами видите, что с ними случилось. Похоже, нам пора домой. Боюсь, это невозможно, милорд. Че? Прибыл гонец короля. И? Принес королевский приказ. О, это что, туалетную бумагу принес? Какой молодец. Хоть где-то она здесь будет. Мы, Фердинанд II, милостью высших сил, хранитель мира, оплот добра, гарант справедливости. И король Самерини, мы благодарим тебя за то, что ты прибыл на подмогу в Пендерейн, чтобы любой ценой остановить самозванца Скотта Кровавого, эту крысу в человечьем обличье. Крыс надо наказывать. Крыс надо наказывать, щетинистую вошь. Крысы хуже петухов, их надо наказывать. Трусости нет места, все правильно. Не, ну если это крыса, ну вот это... Это вообще сильно меняет дело. Государственные измены. Что? И будет караться смертью. Замечательно. Через публичное четвертование. Что ж. Ох ты! Стоп. 4 мая 1491-го тысячи крестьян со всей страны стягиваются под знамена некоего Скотта Кровавого. Замок моего дяди — последнее препятствие на его войск как столице. Король Фердинанд II Толстый приказал мне остановить бунтовщика любой ценой. Погоди, я могу за колхоз выступить? Показать неотесанным бунтовщикам, кто тут главный, их главаря-самозванца прихлопнуть как таракана. Показать коронованному самодуру, почем фунт лиха, встать на сторону угнетенных. Погоди, я могу примкнуть к крестьянам? А мне надо обдумать это решение сейчас. Пойду, налью себе водички.
Итак, с одной стороны, этот скот кровавый, та еще скотина. Он пришиб моего дядю. А с другой стороны, король, похоже, та еще скотина тоже. И не то, чтоб я сильно помнил своего дядю. Поэтому как будто бы борьба была равна. И в данном случае я предполагаю, что состав противников будет меняться в зависимости от того, кого я выберу. Хороший вопрос. У меня есть монетка. Я хочу ее подбросить, но я не знаю, где у меня наличные деньги. Я вообще забыл, что это такое. Ладно, монетки нет. Мне интересно, что будет, если я примкну к восстанию. Я не знаю, насколько это вообще окажет какое-то серьезное влияние, но давай примкнем. Тем более, я полностью эту миссию не пройду, к сожалению. Я думаю, что я на какой-то момент отключусь и уже на следующем стриме буду ее допроходить. Но давай за народ. Скотина шерстяная. Сейчас, секунду. А может, народ, эта игра только за народ без замка? Ну, давай проверим. Я хочу выяснить. Тут я уже даже склоняюсь к тому, что я не буду выбирать монетку, я выберу народ, потому что я хочу понять, а что изменится. То есть, понятно, если я сейчас буду за короля, против меня опять будут немытые колхозники. А если выберу народ, что будет? Вот сейчас хочу и выяснить. Так что, наверное, монетку мы кинем, но не в этот раз. Так. А, выступить против тирании. Кроме того, путь борца с режимом тернист. Предстоящие миссии будут намного сложнее. Ну нет. Наверное, в этот раз тогда я не буду выходить за народ, потому что это слишком жестко. Подожди, а если за короля, мне тоже выбор? Типа, вы уверены ли? Так. Очевидно, что подавив восстание скота кровавого, вы окончательно деморализуете решившихся на бунт крестьян, и шанс перейти на сторону народа вам уже не представится. Но тут, наверное, я буду отталкиваться от сложности, потому что я все еще в себе не уверен. А если игра мне прям всерьез зайдет, ну хотя ладно, она мне уже точно зашла, если я буду перепроходить кампанию, в следующий раз пройду за народ. Но сейчас, наверное, я выберу такой более простой путь, чтобы постоянно не сливаться. Постоянно сливаться мы будем в Against the Storm, потому что я купил к ней DLC, и мы пойдем в эту DLC-шку на одном из следующих стримов. Вот там постоянные сливы, это как бы обычное дело. А здесь я хочу немножечко почувствовать себя превосходящей силой. Так что давай, останусь на стороне короля, на том, чтобы... Халуй преступного режима тирана, ядовитая голова гидры, не знающей сытости. Я выкурю тебя из твоего зловонного логова. Тебе не спрятаться от народного гнева и не уйти от моего возмездия. Ок, мне не спрятаться, мне не уйти от твоего возмездия. Как скажешь, дружище. Все твоя правда. Ох, а тут-то... Карта какая-то прям маленькая. Все, тут она уже заканчивается. Во-первых, тут маленькая карта, во-вторых... Да-да-да, прости, что пропал на... Да ничего страшного, слушай, я... Честно говоря, это вообще пилотный стрим, я от него особо ничего не ожидал. Сейчас я понимаю, что... А мне в этот раз, кстати, катапульту-то никто не дает. Заметь. Шутки кончились. Так, ну, наверное, из еды
Построю хижины рыбаков. Пару штук. Они все-таки намного лучше сборщиков ягод, я насколько понимаю, да? За 10 секунд 2 еды. За 5 секунд 1 еды. А, нет, стоп, разницы нет вообще никакой. Только ягоды это вроде бесконечный ресурс. Нет, не бесконечный, ты смотри, тоже 20 штук всего. А в рыбе сколько? А в рыбе 210. Не, ну рыба намного выгоднее. Если есть возможность ее добывать, лучше добывать именно ее. Так, хорошо. В плане добычи я, наверное... Ну, рудник много слишком требует. Лесопилок мне точно нужно будет 2. И сразу заодно дом строителей. Ну и все, и ждем прирост населения дальнейший. Наверное, даже пару домов поставлю. Вот где-нибудь здесь. Да, и все, у меня ресурсы кончились. Так что вперед добывать. Ну и на разведку окрестностей. Я предполагаю, все-таки деревенщины могут нападать. Я не понял, они стали толще или... Или просто у меня, ну, бойцов поубавилось. Прям совсем близлежащие лагеря надо сразу размочаливать. И ресурсы с них собирать. Первая волна будет на 5-й день. Я много успею собрать всякого. Надеюсь. Там лежит... Там лежит камень. Но... А вот скажи, карту Скайрима хорошо знаешь? Ну, плюс-минус... А ты мне хочешь предложить мод, который ее отзеркаливает? Я видел его. Говорят, прикольно. Новые ощущения. Опа, я там вижу телеги с деревом. Тоже его видел? Ну, я... Мне он попадался где-то, то ли пост с ним... То ли я видос видел где-то в рекомендациях Ютуба. То есть, да. Я натыкался на этот мод. Но, естественно, пока не трогал. Ну, можно следующий челлендж попробовать с этим модом. Если он будет по Скайриму. Там, на самом деле, пока Скайрим довольно грустно выглядит даже на фоне Кенши. Геогуэсить по Скайриму... А Геогуэс это что? Это типа, когда ты видишь картинку и пытаешься угадать местоположение? Так, тут просто лагерь. Давай его разнесу, раз уж по пути. Наверное, прикольно по Скайриму. Я знаю, что... Ну, это довольно популярно с реальной картой мира. Но, в принципе, да, по игровым мирам же тоже можно так делать. Так, все, ребятки, пойдем. Я вот думаю, что надо поставить... Какие-нибудь тоже сторожевые башни на окраинах, чтобы понимать, что и где. Если я не ошибаюсь, в этом. О, смотри, хейтер бегает.
Так, у меня появились люди. Надо, наверное, строить. Точно так же могильщиков. Ну, вообще, палатка первой помощи нужна в первую очередь. Чтобы больных выздоравливать. Дом могильщиков нужен. Ну и закономерно кладбище где-нибудь тоже неподалеку. Пусть они возле каменоломни все это будет. Во, нормально. Так, и надо поставить башенки. Обзорные. Позорные вот сюда. Что это, не лагерь случайно никакой? Ну, разберемся, если что. То есть, чтобы мне не вручную это исследовать. Чтобы у меня были... То есть, инструментально. Я потрачу немного дерева, конечно, на это все. С другой стороны, опять же, я просто это ногами пробегать не буду. Я буду знать, что и где. Плюс-минус. Сидели втроем, соревновались. А как это там работает? То есть, у тебя... тебе дается кадр, и ты угадываешь в каком-то владении по карте. А потом вы сравниваете, у кого ближе, правильно? Так, и, наверное, надо строить рудник сразу. Для улучшений. И следующей постройкой будут казармы. На опасные дела я отправляю своих крестьян. Видишь, какой я отчаянный. Вообще, погоди. Казарма как будто бы является частью... Ну, типа укрепления. Ее вполне можно выставить где-нибудь здесь. И пусть она служит вторыми стенами. Хотя здесь я как будто хочу построить, ну... людню. Где можно... Давай я казарму поставлю где-нибудь вот тут. Проход лучше в две клетки делать, чтобы больше народа продвигалось. Так. Ну, здесь у нас довольно обширные гнезда вражеские. Сейчас еще там подстроят. Где? Ох ты ж, зараза! Ну, пойдем. Тут враги. Надо сразу выяснить, кто тут лазит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Пойдем отсюда. Я понял. Не быкую. Здесь нужна стена будет. Ну, тут тоже телеги с ресурсами и несколько лагерей. Причем тут лагеря укрепленные. Причем тут катапульты есть у врагов. Так, как можно точнее определить точку спавна в конце раунда, показывает, где кто ответил. Ну, это классно, да. Это интересная тема. Слушай, я бы попробовал, действительно. Можно даже стрим устроить такой. Это звучит интересно. Так. Пойдем дерево вора. Знаешь, что я сделаю сейчас? Я пойду, я отправлю одного мечника воровать у них древесину. Ну а чё? Они бегают довольно шустро. Эх, ничего себе, это что? Мордоворот. Что такое, голову проломить может? Неоднократно. Ну-ка, ну-ка. Фух, аж сам себя испугал. Ну, шалость удалась. Где? Так. Это уже ни в какие ворота. Надо ставить башни защитные.
Он успеет снести мне рыбальный этот пост. Да, он успел. Сволочь. Так, все с вами ясно, ребят. Надо защищаться максимально. Чтобы какие-то укрепления были вообще везде. Начнем отсюда, я думаю. С казарм. Потом я поставлю стену здесь. Вот прям стену-стену. Давай я поставлю еще одну дровосечню. Вот здесь хорошо. Вот здесь нет врагов вообще в окрестностях. Так. Так. А, у меня народа не хватает. Ну да, я же всех потратил на переобучение в лучников. Вообще, насколько у вас радиус хороший, если... А-а-а. Ну, такой себе, если честно, радиус. А! Зато это способ быстро их перебросить с одной стороны на другую. Ты видишь, они с этого угла залезли. А вылезли уже с этого. Моментально. Да, слушай, если народ соберется, можно попробовать по Скайриму устроить такое соревнование. Небольшую. Я тоже буду только за. Вроде звучит классно. Звучит как какое-то, ну, привлекательное занятие. Можно и нужно, мне кажется, попробовать такое. Так, хорошо. Я вот думаю, что, наверное, надо на сегодня небольшой перерывчик делать. Потому что как будто бы уже вечереет. Даже ночеет, я бы сказал. А миссия будет долгой. 6 волн. Еще не факт, что я пройду с первого раза. Поэтому, наверное, надо изучать, как работают сохранения. Сохранения работают хорошо. А раз уж пришлось мне оприличиться в начале стрима, давай хоть сохранение назовем по-нормальному. Вот. И в следующий раз буду уже допроходить эту миссию. В принципе, игрушка довольно крутая, интересная, любопытная. Сожрать, мне кажется, она может просто сотни часов человеческой жизни. Вот. А идея по Скайриму мне нравится. Я... Надо будет ее, короче, обдумать. Lost Gamer, проверю сайт. Что это, как это, куда это? Слушай, я, по-моему, где-то его уже слышал. Я не знаю откуда, но, по-моему, я где-то слышал про этот сайт. В общем, выясню. Срака полная будет, если за народ идти. Да, пока что срака пустая. А чем она наполнится, если идти за народ? Ты узнаешь в следующий раз. Поэтому далеко не убегай и заглядывай на чай.